Всем привет! Хочу рассказать немного о этом фаленопсисе. Я его купила в январе. Мне очень, знаете, что понравилось? Понравилось, что вот листочки, они вот как бы растут все в одну сторону. Было намного больше листочков, но они все пожелтели, отвалились. А вот сколько времени прошло с января месяца? Ну, примерно 7 месяцев, да, грубо говоря, полгода. Меня очень сильно напрягало то, что в нем не росли корешки и не росли листочки, а только желтели нижние и отпадали. Я его неоднократно лечила фиталавином, в конце уже психанула и помазала фундазолом. Корешки и сейчас нигде не растут. Вот это вот черное, это обозначает, что он гнил. С этой стороны то же самое. Нигде ни одного корешка не было. Но вот смотрите, как месяц уже растет новый листочек. Меня это очень радует, потому что я думала, ну, погибнет. Я сразу напрягаюсь, если не растут корешки и не растут листочки, если растение, естественно, не цветет. Я, конечно, начинаю бить тревогу. Значит, сейчас мы с вами посмотрим в горшочке. Вот. Это вот растущий корешочек, отсвечивает, к сожалению. Значит, один корешочек. И больше я не наблюдаю растущих опять корешочков. Это очень-очень плохо. Нет, растущих корешочков опять нет. Но, смотрите, получается, я цветоносик срезала еще в январе, как купила. И вот что я сегодня обнаружила. Видите, растет детка на срезанном цветоносе. Ну, это, конечно, плохо. Это означает, что растение болеет и дает деток. Плохо видно, к сожалению. Вот, получается, без всяких паст, без всего. Но как бы растет вот этот вот листочек, и я, ну, надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь. Но растение болеет. Если не растут корешки, то это плохо. Все, всем спасибо. До скорых встреч.